ходе еженедельного совещания с руководителями территории глава Одинцовского городского округа рассматривал вопрос безаварийного вхождения муниципалитета в отопительный сезон. К 30 сентября все 123 котельные в рабочем режиме обеспечили подачу тепла на объекты. К отоплению подключены в общей сложности 2229 жилых домов, 132 школы и детских сада, 35 медучреждений, 40 объектов культуры и соцзащиты.